Европе не всем всегда так интересно. Что снимают? О боже! Кино, кино! Это Рус Копенгаген. О! Ну что, готовы ехать? Свой старенький елик я разбил, но в Копенгагене не важно, на каком ты велике, главное, что ты на велике. Поехали. Блядь, порнография. Давно я так не ездил. Копенгаген на велике. Слишком светло сегодня. Хорошая погода. Погода вообще отличная. Копен всегда жив. В этом году вообще нам с погодой повезло. Давай, толкай. Давай. Толкай. Я сегодня подрабатываю велорикше. Велорикше. Личный. Я сильный. Я могу. Главное, блядь, свои длинные ноги подальше засунуть. Блядь, я тебе доверяю. Тормоза придумал трус. Паркуем прямо тут, паркуем прямо там. Паркуем прямо там. Стоит, не падает. Двигайся, блин. Ну что, это наш поезд. Поедем. В Копене всем всегда так интересно. Что снимают? О боже! Кино, кино. Вагон для велосипедов. Ходит по расписанию. И ты наебался, где открывается дверь. Я наебался на сторону выхода. Тут надо просто знать, с какой стороны будет выходить. Сюнхаван. Нам нужно вон туда. Завтра на сутку мы вообще выезжаем обратно. Вечером, хорошо. Да. Еще очень классно то, что здесь выводит на циферблат, когда будет следующий автобус. Итак, 10-й автобус будет через 6 минут, а нам надо... А нам надо четвертый, а не третий. Слушай, подстава. 6 минут что? Не, нам надо четвертый, а не третий, а. Здесь четвертый, а не ходит. И что делать? Ну, придется проехать. Четвертый? Да, нет, да, да, нет, да, да. Да. Оса. Практически пустой автобус. Час пик, час дня? Час пик, да. Ну вот, вышли с автобуса. Осторожно, машина. За ним. Осторожно, машина. Бабуля, которая поворачивает, да. Не врубает, вообще охуенно. Это бабуля, кстати, ехала. Была тогда на остановке, когда мы садились в автобус. Она ничуть не медленнее, чем автобус оказалась. Нарушаем! Так, нарушаем. Моральное поведение российских туристов в Дании. Скат. Налоговая. Сия КГБ. Сия. Сия Дэнич КГБ. КГБ. На самом деле. Вон туда. Там отрадус. Скат. Налоговая. Вован сейчас докурит. И мы зайдем вовнутрь. Двери уже открываются. Нас там уже ждут. Thank you.
по всей Европе, в общем-то, в Англии, в Германии, везде, все у них решается то ли по телефону, то ли по почте. Это какая-то очень интересная тема. В Латвии не так, в Латвии все только персонально, лицом к лицу. Так вот, чтобы поговорить с агентом, надо позвонить, договориться, объяснить свою ситуацию и потом прийти. Ну вот, нам дали часы рабочие, номер телефона. И нельзя открыть, собственно, самозанятое лицо без CPR-номера. Чтобы получить CPR-номер, надо работать. Чтобы найти работу, блин, нужно еще очень много всяких документов. Короче, это не так легко, как кажется. Но у нас все получится, и все будет хорошо.